Здравствуйте, дорогие друзья! Я снова рада вас приветствовать на своем канале. Меня зовут Ольга Курунова. Устраивайтесь поудобнее. Берите в руки чаек, кофеек, любимое вязание и начнем болтать. Сегодня я хочу рассказать о своих готовых изделиях за июль месяц. То, что я связала, вам покажу, с вами поделюсь. Первая моя законченная работа была, это моя туника, узор мисс Сони. Помните, не мама мне отдала вот эти красные ниточки, два вида ниток, да? Вот эти посветлее и потемнее. Я подкупила к ним, это был коко принт нитки, я подкупила к ним белый коко и связала вот такую туничку. Это уже третья туника, третья футболочка за это лето. Ой, вот так я поборолась со своими остаточками пряжи. Начала с одной тунички. Помните, да, у меня была морской бриз. Потом у меня связалась туничка лесные мотивы. Это третья, наверное, заключительная на это лето. Вот такая. Видите, здесь узор. Паучки, вот такие паучки, выглядываю из своей кофточки. Здесь я пустила вот такую обвязку крючком, соединила. Плечо у меня получилось такое. Я вам вставлю фотографию, как смотрится это изделие на мне. Правда, фотографии были сделаны в квартире. Не смогла я никуда выйти. Хотя я в ней везде уже хожу, но что-то у меня фона не было для фотосессии. Ну, поэтому как-то вот так вот безобразно. Ну, все, все, вот последний раз показываю, больше показывать не буду. Удобные вещицы, удобные. Вот такие маечки, футболочки. Маргарите Герасимовой еще раз большое спасибо за вдохновлялку. Вот, классные. Все, последние, ношу их все три, в основном с брюками с белыми, с бриджами одеваю, с брюками с белыми, классно, здорово, и с джинсами, хорошо с джинсами, все лето треплю, в них не жарко, классно, не потеешь, ну какой это стопроцентный хлопок, да, так что ладно, все, не буду останавливаться, дальше, я связала вот такой сарафанчик, вы уже видели, есть мастер-класс на моем канале, по этому сарафану. Вот так он выглядит. Вот такими клинышками. Начала я его вязать еще в прошлом году. Стыдно. Ну, просто я начала его вязать никому тогда, на тот момент. Мне просто захотелось, вот я юбочку вот такую увидела где-то, схемку. Мне так она понравилась, я ее решила связать. А в этот раз думаю, у меня крестница в садик ходит. Что это она? Она как раз вот и возраст, и юбочка подойдет по размерам. Думаю, свяжу-ка я ей вот такой сарафанчик. Вот с такими лямочками. Розочка мне здесь очень нравится. Там в моем мастер-классе есть ссылка на эту розочку, откуда я ее взяла. Я вас отправляю на канал к той девушке, не помню, как ее зовут. Простите, пожалуйста. Как всегда, села снимать видео и забыла выключить телефон. Отключить звук у телефона. Ну вот, в общем, вот такая розочка. Смотрите, какая она необычная. Такая интересная, у нее вот такие вот лепесточки. Необычная. Надоели уже обычные розочки, а это такая... прикольная. Вот, это моя вторая вещичка. Пряжа здесь стопроцентный акрил. Не вспомню название, но в мастер-классе все есть. Сходите, посмотрите, если кому интересно. Хорошая, красивая вещичка. Потом
крестницы у меня тоже попросили шапочки. Они скоро едут на море, им нужны шапочки. Ну, вот такую желтенькую вы уже видели панамочку я связала. Вот такую, это была первая панамочка. Мне она больше нравится шляпкой. Я сейчас попробую туда подставлю моточек пряжи. Вот так мне очень нравится, как она смотрится. Посмотрите, какая прелесть. Вот так мне очень нравится. Потом, вот, пожалуйста, третий вариант. Сюда брошь и вот в таком виде носить. Тоже будет классно на ребенке. Но мне вот, не знаю, как они будут носить, но мне вот этот вариант, это в виде шляпки, очень понравился. Вот такой вариант. Шляпка есть. Надо связать туничку. Опять же, у Маргариты увидела, помните, я вам уже говорила это, да, все уши прожужжала, Маргарита. Ну, как есть. Увидела, что у нее внучка ходит в туничке на море и связала. Вдохновившись, немножечко по-другому, чуточку, ну вот такую туничку. Захотела я ее сделать расклешенную, не прямую, хотя, в принципе, можно сделать и прямую. Я сделала расклешенную, здесь купальник вниз, и сверху вот эта коротенькая туничка, она будет коротенькая. В принципе, девочки, смотрите, это как сарафанчик на маленькую годовалую девочку. Да, можно запросто сделать его и сарафанчиком для маленькой девочки. Но здесь у меня вот эта вещица выступает в роли тунички. Коротенькой. Чуть попу прикрывает. И вот с такой шляпкой. Такая туничка. Ай, красота. Солнышко, да и только. Цыпленочек. Вот. Так, это вот еще две моих работы, да? Я вам показала. Так. Потом я связала... Тоже помните, остатки пряжи были, мама давала мне. Сейчас я надену сразу на моточек, чтобы было видно здорово. Я связала вот такую шляпку, вот с такой бабочкой. Вот такая детская, веселенькая шляпка, с такой пипкой. Как мне написала одна моя любимая девочка, что эта шляпка напомнила ей коротышек из Незнайки. Помните, да? Вот такая шляпа. Ну, я думаю, здорово будет девчонка в ней смотреться. Спрошу потом, что им понравилось. Может, даже фотографии покажут. Было бы здорово. И буквально вчера я связала вот такую шляпку. Это полностью придумка моя, задумка. Просто захотелось им связать такую простую, вот без заморочек. Вот такое донышко, видите, да? Вот такой узор. Видите, какой красивый. Очень красивый узор. И просто легкая обвязка. Просто. На эту шапочку я хочу снять мастер-класс. Это... Полностью? Ну, как полностью? Я как могу сказать полностью? Ну, придумала эту шапочку я. Этот узор просто так связала. Ну, я думаю, так много шапок вязаных. Это... А вот этот узорчик я вообще взяла с журнала. Там кофточка моя любимая. Я когда-то ее вязала. И вот этот вот узор я часто использую. Помните, платье я вам показывала, да? Обзор вязаных изделий для одной заказчицы на 7 лет. За 7 лет вот такое видео было, да? И там я вам показывала на себе платье бежевое с цветком вот здесь, да? И вот там рукава и спинка как раз были связаны вот этим узором. Узор классный. Такая сетка красивая. Очень нравится мне. Сниму мастер-класс, покажу вам схему этого узора. Я ее уже нарисовала. И все! Мои работы на этом закончились. Все, вот три шапочки. Ну, эти работы можно за работы не считать, они простенькие.
И три. А сарафан можно назвать плечевым изделием или нет? Но плечи есть. Значит, плечевое. Ну, два совсем маленьких плечевых изделия, да? Ну, и одно большое на меня. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть работ за этот месяц. Ну, в принципе, нормально. Нормально. Сейчас у меня в работе... Я, наверное, не буду в этом видео показывать. Просто расскажу, что вяжу только маечку для Танечки под кардиган детский, который я вязала, в который тоже есть мастер-класс обзорный у меня на канале. Вот под этот кардиган я вяжу маечку и вяжу на заказ кофточку серую. Девушка мне дала акриловую пряжу акация. Не очень она мне, конечно, нравится, но, в принципе, отпарила изделие. Вяжу сейчас вверх квадратиками. Выглядит нормально. Но это я покажу вам потом в следующем видео, в видео о процессах. Ну вот так. Много ли, мало ли, но потихоньку работаем. Сейчас лето, работать некогда. Здесь и, вы знаете, я выпекаю торты, да, на заказ. Здесь тортов было много в июле. Хотя я пол июля была в отпуске и не брала торты на это время. А пекла торты последнюю половину июля. Огород. Хотя, конечно, огород у меня по остаточному принципу остается. У меня много травки там. Меня это напрягает. Но мы же не семижильные. Поэтому на что-то у нас сил не хватает. В принципе, все растет. Надо вас как-то сводить в огород, правда? Давно мы уже там не были. Только заранее прошу прощения, не ругайте меня за мою травку. Ну все, девчонки, я уже начала говорить не о том, ни о чем. Так что давайте будем прощаться. Спасибо, что вы посмотрели мои работы. Спасибо, что вдохновляете меня, что смотрите меня. Всем большой-большой привет. Я рада снова встрече с вами. Ну и мы еще увидимся. Давайте, девочки, пока-пока.